Про скандал в карагандинской 5-й школе узнала вся страна. Один из учителей сделал заявление и пожаловался в прокуратуру, что весь учебный год детям не преподавался предмет, но зарплату кто-то получал. В управлении образования ответили, что ведут проверку. Сейчас будет комиссия, будет опять опрос против преподавателей, будет отыскаться, не дай ученику напишите, и такую аттестацию получите. Я вам не угрожаю, ну, свое место знаете, кого-то не надо понимать, где вы пьете воду. Это видео, снятое в школьном классе, распространилось в соцсетях после того, как стало известно о заявлении учителя истории Игоря Жарликова. Он обратился в прокуратуру и заявил, что в прошлом учебном году в 11 классе не преподавали предмет «Патриотизм и глобальные компетенции», но зарплата школой начислялась. Никогда не бойтесь, если вы сказали правду. Наш Казахстан и так уже, так сказать, коррумпированное государство, последние бюджетные деньги разворовывают. Зарплату, которую должны были получать преподаватели, которые якобы вели патриотизм и глобальные компетенции, это деньги ваших родителей, налогоплательщиков. Но самое главное сейчас это вы и ваша позиция. Вас в школе должны воспитывать патриотами и честными, а вас заставляют врать. И при этом вам говорят, мы должны построить справедливый Казахстан. А вот теперь скажите, пожалуйста, все вместе, честно, вам проводили предмет патриотизма и глобальной компетенции? Нет. В городском отделе образования ответили, что по инциденту ведут проверку специальная комиссия и прокуратура. В случае неподтверждения указанных в видеозаписи сведений, администрация школы оставляет за собой право обратиться в судебные органы для защиты деловой репутации. Кроме того, отсутствие преподавателя на занятиях в последующие после записи видеообращения дни расценивается как прямое нарушение трудового законодательства. Также проверяют действия классного руководителя, которая на видео заявила, что родителям учеников, допустивших более 15 пропусков уроков, придется платить штраф 65 тысяч тенге. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5-й канал.